соответствии с новой реальностью, сложившейся в результате освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации. Зангезурский коридор, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахчеванской автономной республикой, повысит транзитно-логистический потенциал региона. Об этом написал в Твиттер министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. По словам министра, реализация этого потенциала приведет к запуску новых транспортных маршрутов, еще больше увеличит экономическую мощь Азербайджана, а также укрепит региональное сотрудничество и стабильность. Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.